думаете об отдыхе в Сочи, но не знаете, в какой отель лучше всего поехать? Или хотите сэкономить на покупке авиа и ЖД билетов? Друзья, не переживайте, сейчас мы вам все расскажем. Мы приветствуем вас на нашем канале «Все о путешествиях». Мы специалисты по отдыху на юге России, странах Азии, Турции и Дубая. Знаем все тонкости и нюансы отдыха на берегу моря, и мы помогли уже тысячам людей провести свой отпуск шикарно. А сегодня мы бы хотели поговорить с вами об отдыхе в Сочи в 2024 году. Все чаще в последнее время можно услышать: дешевле и комфортнее отдохнуть в Турции, чем поехать на Черное море у нас. Но это уже давно не является правдой, ведь те, кто приехал в Сочи после Олимпиады 2014 года, просто не узнали город. Уровень сервиса, отличные дороги, фешенебельные отели, замечательные пляжи. Теперь уже и не скажешь, что здесь сплошь надоедающие продавцы чурчхелы и вареной кукурузы. Хотя, что скрывать, кое-где они все еще остались, и это добавляет колорита. Отдых в Сочи в 2024 году – это роскошные гостиницы, рестораны высокой кухни, длинная набережная, где на закате каждый отдыхающий делает фото для своего инстаграма. И попробуй угадать, в Краснодарском крае ты или на Лазурном берегу Франции. В состав Большого Сочи входят 5 районов – Центральный, Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Сириус. С организованной экскурсией лучше поехать на 33 водопада, к башне на горе Ахун, в Воронцовскую пещеру и на самый северный в мире чайный плантации. Вы только вдумайтесь, каждый год Сочи принимает 6 миллионов туристов. Каждый из них находит себе здесь интересное занятие. Сочи в 2024 году – это удивительное место, где сочетаются европейский шик и кавказское гостеприимство. Друзья, ну и самое интересное – это вопрос, какой же отель выбрать для отдыха в городе Сочи в 2024 году. И мы можем уверенно назвать самый лучший отель, который мы вам смело искренне советую. Это отель «Арива». «Арива» – это отель, который находится в Адлерском районе, в самом центре Адлера, прямо на берегу моря. То есть вам не надо будет идти пешком в гору, либо с горы, как это часто бывает в Сочи. Ведь в Сочи очень много гор. Вам не надо будет долго идти из отеля до моря, ведь отель «Арива» находится прямо на берегу моря. Выходя из отеля, вы сразу попадаете на пляж. Ну и, конечно же, дорогие друзья, чтобы вам было легче, ссылку на отель «Арива» мы вас оставим в описании под нашим видео, а также в закрепленном комментарии. А теперь давайте перейдем на сайт отеля «Арива» и посмотрим, какие же у них цены на летний сезон 2024 года. Например, давайте откроем двухместный номер. И как мы можем увидеть, цена в июне составляет всего 2000 рублей. Если вас интересует отдых в июле, то цена будет 2500 рублей. А если вас интересует отдых в августе, то цена составляет 3000 рублей. И мы считаем данное предложение самым лучшим для отдыха в городе Сочи, ведь всего за 3000 рублей в сутки вы получаете отличный двухместный номер с видом на город. А если вы хотите номер с видом на море, то можно доплатить всего 500 рублей. «Арива» – это лучший отель для отдыха в городе Сочи в 2024 году. Ведь не зря он имеет такое большое количество положительных отзывов от своих клиентов. Данные отзывы можно посмотреть в разделе «Отзывы наших клиентов» на сайте отеля «Арива». И, друзья, еще раз напомним вам, что ссылку на сайт отеля «Арива» мы оставим для вас в закрепленном комментарии и в описании под нашим роликом. Но, друзья, это еще не вся информация, которой мы можем вас обрадовать. В начале видео мы сказали вам, что мы знаем, как можно сэкономить на покупке авиабилетов или билетов на поезд. И сэкономить при покупке билетов, конечно же, можно с помощью нашего одноименного сервиса «Авиа и ЖД билеты со скидкой». Наш сервис помог уже сотням людей сэкономить при покупке авиабилетов, причем неважно, куда будут эти билеты. Можно лететь как и в Сочи, так и совсем другим маршрутом. Скидка на авиа или ЖД билеты идет аж до 50%. То есть, например, давайте возьмем рейс из Уфы в Сочи на 15 июня. Заходим на сайт «Авиасейлз», и как мы можем видеть, самый дешевый рейс по данному маршруту стоит на момент съемки видео 14 тысяч рублей. А с помощью нашего сервиса «Авиа и ЖД билеты со скидкой» вы могли бы приобрести данный билет на самолет всего за 7 тысяч рублей. Наш сервис насчитывает уже десятки довольных отзывов клиентов, которые уже воспользовались нашими услугами. Ссылку на наш сервис «Авиа и ЖД билеты со скидкой» мы также оставим для вас в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Друзья, ну а теперь давайте подведем итог. Если вы собираетесь на отдых в Сочи в 2024 году и не знаете, какой отель выбрать для отдыха, мы смело рекомендуем вам отель
Арива. Данный отель находится, как мы уже говорили, прямо на берегу моря и имеет очень демократичные цены по сравнению с отелями 5 звезд, где цены будут от 10 тысяч в сутки, что, конечно же, большинству туристов не по карману. Также, друзья, если вы хотите сэкономить на отдыхе и не переплачивать лишние деньги непонятно за что, вы можете купить авиа- или ЖД-билеты с помощью нашего сервиса со скидкой до 50%. А наш ролик подходит к концу. Все ссылки на отель Арива и наш сервис со скидками на авиабилеты мы оставим для вас в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Мы желаем вам хорошего отдыха, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч!